Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Хайд Онлайн. Я как-то посмотрел свой прошлый ролик, и смотрю, я там даже название игры вначале забыл сказать, потому что я слишком был занят всем этим процессом. И меня многие начали спрашивать, что это за игрушка, как она называется. Но, в принципе, в названии я все написал, и как бы, ну, уже все догадались. По поводу этой игры я еще хотел сказать то, что я не знал то, что она, оказывается, ВКонтакте была. Она была реально ВКонтакте, была в браузере, хотя про ВКонтакте я, кстати, может быть, ошибся, не знаю. Ну, короче, по-моему, она была ВКонтакте, потому что я видел у одного чувачка на Ютубе, он эту игру снимал, и она была именно как приложение ВК. То, как бы, очень странно на самом деле. Ну вот, в принципе, как-то так, оказывается, выходит, а я думал, это прям новиночка на Андроиде, но, увы... Увы, оказывается, эта игрушка уже давно. Но ничего, все равно она очень многим понравилась. Вот, мне начали писать люди то, что вот я с тобой попался, вот я с тобой попался. То есть, в игрушку играют, меня узнают, это хорошо. Я могу возродиться? Опа. Опа-на. Ну, я, конечно, узнал, конечно, одну фишечку, вот эту вот. Оп. Здрасте. Ну, тут можно посидеть. Ну, вот хорошее местечко. Я на самом деле не знал то, что можно вот таким вот образом, в принципе, превращаться в другие предметы. Вот, но вы мне подсказали в комментах, я уже понял. Опа. Ну, музончик мы прибавим, мне здесь очень нравится, забавный такой. Все. Вы мне еще писали про игрушку Hide.io тоже, но там графончик такой кубы. Вот, кубы. Я как бы не пробовал пока что играть. Говорят, там еще читеров много. Так что я решил пока что не пробовать играть. Вот, типа, эта игрушка прикольная. Опа. Ну, мы выиграли уже, в принципе. Слишком жестко в этот раз все получилось. И предметы выиграли. Ну да. Это хорошо. Ну, давайте сейчас меня за охотников поставьте. Хочу немножко поохотиться тоже. Здорово, здорово. Да-да-да, постреляй по мне. Вот, я себе еще, кстати, жизик сделал очень даже неплохо. Посмотрел рекламу. Ускорялки тоже взял себе. Ну, то есть в этом плане все очень хорошо. Ну, поехали. Еще самое забавное, то, что эта функция по смене героя, она очень такая жесткая. Так, ну, смене предмета, не героя. Сори. Так, ты здесь пострелял? Ну, надеюсь, то, что да. Вот где они? Ё-ма... Опа. Здорово. Нашел коробку. Иди сюда, коробка. Опа. Ой-ой. Того добили, хорошо. Ой, там еще кто-то бегает. Тоже добили кого-то. Подожди-ка. Не-не-не. Вот жалко, тут еще за цветами нельзя спрятаться. Тоже я об этом смотрел. За цветами тоже было бы прикольно. Оп. Нет, не то. Надо по звукам ориентироваться. Давайте я еще прибавлю у себя. И буду по звукам как-нибудь пытаться. Подозрительный напиток. Ага, ну ладно. Вот здесь вот еще за столами прячется тоже. Ребятки, нужно пока... Опа! Ерундовина летающая. Иди сюда. Ну, стреляй. Вот же хитрюга, заныкался за этот. Нормально. Конечно, спрятаться за это креслице было жестким решением. Мне очень хпшку по каналу. Так, смотрим здесь. Опа. Ах, ты ж снова угнал. Ё-моё, что ж за умные-то такие. Получается, он у нас как напиток тоже. В очередной раз. Напитки. Все берут маленькие предметы. Слушаем звуки, что еще делать-то? Опа. Коробка. Опа, охотники выиграли, хорошо. Охотники затащили, но что-то как-то у меня все фигово идет. Опа. Вот это годненько. Я двигаться не могу, короче, пока что не начнется игра. А. Подождать, подожди. Оказывается, у меня зависла игруха, нет! Серьезно, а что она подвисла-то? Подождать. Блин, давайте перезапущу, ребята, мы продолжим. Ну что, ребятки, я перезашел в игру, поехали катать дальше. Так, я, значит, за охотника, окей. Опа. Опа.
Значит, там у нас кто-то. Ага, я понял. Здорово. Один поехал. Сейчас отлетит у нас. Куда пошел, друг? Блин, догоняй его, а. В любом случае надо добивать. Там еще их двое было. Так, отлично, минус один. Хорошо. Там в туалете их было реально двое. Что-то в этот раз охотники вообще подсдали. Столько времени прошло, а они этот... сидят, что-то вообще ничего не сделали почти. Дайте доп время, дайте доп время, потому что проблемы жесткие. Блин, что этот охотник вообще делать, я не понимаю. Опа! Ё-моё, а чё он не умирает? А, покинул игру, вот оно чё. Опа. Здорово. У тебя как дела? Ох, блин, а. Подлец. Иди сюда. Давай завалим его, ребятки, все вместе. Поехали, работаем, работаем. Добиваем. Отлично, его убили. А кто еще-то жив? Ё-моё, кто-то еще жив. Блин, прикиньте, вот тогда этих два стула не было. То есть там было по-другому. Тоже все это жестко очень. Ну, тут фиг найдешь, на самом деле. По звукам надо ориентироваться, но что-то как-то... все это фиговски получится, я думаю. Ну, предметы выиграли, да, в этот раз предметы затащили, но... надо было мне с самого начала начинать. Я просто не знал то, что я... опа. Чего? Прикол, что ли, такой? Давай быстро становись водичкой. Вот это вот водичка топчик, на самом деле. Так, вот сюда вот встанем. Так, оп. Все хорошо, стоим. Вот это вот кайфно, вот это вот кайфно. По звукам очень жестко можно ориентироваться. Не уверен, конечно, то, что я выживу. Что-то сегодня у меня одна и та же песенка. Как будто... опа! Заметил. Тихо. Опа, вот это хорошо было. Обманули чувака на раз-два. Ну и все, стоим здесь. Блин, с этим челом, конечно, мы сразу двоем будем палиться. Надо бургером как... опа. Запалил. Ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо. Блин. Меня сейчас завалят. Ах, поймали, а. Но они на меня просто все толпой налетели. Жестко, конечно, но я могу уже возродиться, что очень-очень круто. Стоим здесь, ждем. Там тоже у кого-то музончик снова. Блин, им, конечно, дополнительное время дают за то, что я восстанавливаюсь. Это тоже тупенько немножко. Так, сейчас начнется. Опа. Спокойненькая музычка. И с ней меня вряд ли спалят. Блин, мне реально нравятся вот именно такие моменты, когда так, музычка хоп, запел, и ты такой кайфуешь. Это реально очень прикольно. Так, а это что? А это просто крутиться, вертеться. Блин, как же вот это вот продумано, типа так поставить, чтобы ты... ой-ой-ой. Что-то много поумирало народу. Жестко, ну мы терпим. 8 секунд. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Окей. Опа. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй. Ё-моё, чё я творю? Палево. Хорошо. Тихо, в коробку. Ой-ой. Ребят, я не знаю. Это палевный или нет? Блин, тупой телефон что-то вибрирует. Он меня запалил в самый последний момент, но мы выиграли. Ей! Кстати, посмотрите на хпшку. Вы заметили то, что у некоторых предметов различаются хпшки? Это же тоже важно. Можно, типа, бургером побыл такой, хоп, изменился обратно на какой-нибудь диван громадный, и все. Кайф вообще полный. Так, ну здесь вряд ли кто будет в самом начале. Вот в дальние комнаты нужно изначально бежать, смотреть, что там. Так, здесь чисто. Наверное. Опа.
Слышим. Ой, кто это у нас? Ой, креслица. Ну, хорошо. Первый пошел. Опа, еще одно. Здорово. Камон, иди сюда. Ой, хорошо. Тут тоже что-то есть. О, здорово, друг. Женя, привет. Не удивляйся, как я тебя нашел. Ты просто слишком палевном месте был. Еще диван. Чё? Ё-моё, читерство! Вот это жесткое читерство! Да иди ты, я за тобой слежу, гад! Вы заметили, ребят? Все, я нашел, короче, супер тактику, как можно ныкаться. Вот этот чел, конечно, вообще выдал топ-тактику мне. Красава! И чё? Серьезно? О, я уже двоих убил. Ой. Здорово. Как дела? Ах ты ж гад. Нет. Блин, палево, палево у того чела. Быстрее догоняем. Коробка, а ты где? А, возрождаются. Вот в этой комнате. Здорово. Чё, как дела у тебя, Жень? О, мы ж тебя уже убивали. Ага, не уйдешь. Опа, ушел. Хорошо, убили. Палево. Здрасте, здрасте. Блин, да что ж они все такие мелкие? Это снова Женя? А, это Илья уже. Блин, мы их уже убивали. Давай, 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 пошло. Ой, хорошо. Там еще кто-то. Ой, ё-моё, вот эта махина, конечно, убежать пытается. Все, блин, это жесткая катка была. Я прям в ней очень много поубивал, потому что уже более-менее тактику начал понимать. Серьезно? Ё-моё. Короче, я придумал. Вот. Стоим здесь. Так, подожди. Это не слишком палевно? Как думаете? Хотя, ладно, пофиг. Тут пока что будем. Если что, смотуем сразу. 150 хпшки. Ой-ой. Ой-ой. А меня? Ой-ой, палевный музончик. Ой, блин, вы видели, какой гаденыш, он так долго ждал, думал... Так, давайте еще раз возродимся. Ой. Я коробка. А подожди-ка. Вот сюда вот встанем. Хоп. Ну, я что-то даже не вижу, как я стою. Ну, вот, вроде нормально. Или хз. Попалево. Ну, ладно, все, вот так вот сидим. Коробка тоже неплохо. Так, жестко, жестко. А как очки зарабатывать за предметы, вот интересно? Выживать, типа, просто? Ой, ты кого привел тут мне? А он вообще не видит то, что тут коробка другая. Музычку ему запустила. Жесть, блин, что с ними не так? Они просто вообще не замечают очевидного. Так, ой-ой. Он услышал, интересно? А нет, все спокойно. Как я вам говорил, коробкой быть вообще можно спокойно. Еще много кто наверх, кстати, не смотрит. Я вот думаю сейчас на самую верхушку попробовать запрыгнуть. Оп. Ой. Он меня не заметит, интересно? Меня не заметь, плиз. Уходи, уходи за ним. Красава просто. Ой-ой. Интересно. Оп, заметил. Ай-яй. Коробка, коробка. Ай-яй. Блин, я не успел измениться в коктейльчик. Эх, возродиться уже нельзя. Ой, смотри. Они серьезно это кресло не могли заметить.
Жесть. Ну вот я набрал 30 очков. Предметы все-таки выиграли, а кто, интересно, остался? Ладно, давай еще раз поехали. О, лучший игрок я! Вау! Я впервые лучший игрок, ребят. Давайте, хвалите меня побольше, буду самым лучшим вообще. Топчик, топчик. 7 лайков получил. Ладно, поехали дальше. Что у нас здесь? Ага. Ну ладно, сейчас, короче, снова попробуем стать супер игроком. Так. Все. Погнали. Что-то немножко я подвис. Ух ты, нифига, где мы заспавнились. Ой, здесь бургеры. Это другая карта, видимо. Ай-яй. Либо нет. О, подожди. Палево. А, нет, не палево. Сколько же этих звуков? Опа! Иди сюда, мелочь пузатая. Не уйдешь. Илья? Стопы! Почти забрали. Ну и где он? Хорошо. Так, ух, блин. Этих бургеров тут завались просто. Куча целая. Давай лови его. Камон. Ой, хорошо. Вот это он получает, конечно, нормально. Так. Вон заныкался куда. Такой хитрый. О, найс, это я его убил. Хорошо. Тихо. Вот здесь где-то. О, коробка. Женя Палева. Сейчас еще одна коробка. Сейчас убьем. Здрасте. Че, думал, я тебя не замечу? Серьезно? Я не такой уж слепой. Оп. Все. Это была жесткая катка. Вообще спокойно я за охотников сейчас потащил. Ну и мои... Я бургер. Оу, черт. Это очень опасно. Я хочу спрятаться вот сюда. Мне кажется, это место очень жесткое. Карина Б. Ты че ко мне подсела тоже? Блин. Эй, иди отсюда. Вот же гадина, а второй бургер взяла, подсела. Ой, я их там всех превратил. Опа, и музончик поехал. Так, нужно превратиться в этот. Ах ты ж, блин. Мне надо кнопочки поставить, что... А то без кнопок вообще беда. Топчик. Так, давай быстренько кнопки поставлю. Чтобы превратить вот так вот. Ага. Ну все вроде как. Как это закрыть? Ага, вот. Все. Что, меня сейчас спалят, наверное, эти чуваки. Блин. Ой-ой-ой. Пошло палево. Здорово. До свидания. Ух, ё-моё. Это веселуха. Да, блин, это провал был. Я не знал, в кого превратиться лучше. Ну все. Я еще могу возродиться, серьезно? Подожди. Ах ты ж, как же ты не вовремя. Как же вы все не вовремя, блинский. Стул-то зачем, ё-моё. Ай-яй-яй, давай перезагружайся. Блин, я поздно их превратил. Курочка, свинья, блин. Ну давай еще раз. Ой-ой. Тихо. Ох, блин, это вообще опасная скамейка. Когда время настанет, надо сразу бежать, превращаться в что-нибудь мелкое. Потому что это ерунда, это просто без шансов. Я в этом раунде так много уже восстановился, это жесть. Ах ты ж, блин. Какой же гад. Давай. Ё-моё. Тихо. 6 хпшек. Жесть. Ой-ой. Чел, вали отсюда быстро. Чел, вали отсюда. Ой. 6 хп. Блин.
Ну посмотрите на время, чёрт, я почти же вытащил, а. Ах, это было потно, это было реально потно. Ладно, давай сейчас попробуем за охотников половить. За охотников здесь полегче играть. Вот реально вам говорю, за охотников здесь прям ну, намного легче. О, чё за... Ты чё, бессмертный? А, он сейчас выйдет, видимо. Так, ладно. Проверим тут, там ничего нет вроде как. Да, бессмертный какой-то. Его не убить. Опа. Что у нас там за мелочь? Бургер! Здорово! Еще раз. Женя, получай. Ты должен отлететь. Ой, хорошо. Серьезно? Все, найс. Чисто я его убил. С кем они там все воюют-то? Опа! Коробка, иди сюда. Давай-давай, хот такос. Горячий тако. Опа, отлично. О, блин, заколебал этот говнюк уже. Наконец-то он вышел. Так, здесь у нас... Палево. Палево, друг. Это твоя смерть, дружище. Это жуткое палево. Найс. Так. А где еще-то могут быть? Палитесь давайте, надоели. Так, это диван чистый. Ты... Нет, ты тоже чистый. Ну, здесь, видимо, никого нет. Я... Опа. Кто это тут? Опа. Здорово. Мелочь пузатая. Да чё ж ты там застрял-то так? Давай. Ох ты ж. Это снова ход такос. Иди сюда. Сейчас мы тебя будем выносить. О, здорово. Отлично. Еще я его убить умудрился. Мне кажется, вон там вот кто-нибудь прячется, коробка. Серьезно? Ну, а... о, охотники выиграли. Вот это вообще топ была катка. Здесь я прям вообще очков, наверное, много набрал. О, нет. Так, подожди. Бургер, наверное, самый мелкий. Возьму его. И запрыгну вон туда, в угол. И сидеть буду просто. Хотя... Так, давай-ка мы за этот спрячемся. Ой-ой-ой. Граната. Блин! Капец, граната, конечно, меня жестко вычислила. Чё-то реально, за тех, кто прячется, очень потно играть, на самом деле. Опа. Ну стреляйте в него, он же палится жутко. Этот прям вокруг да около ходит вообще, меня может на 5 сек и все, до свидания. Чё же он делает-то, а? Нужно быть готовым измениться. Ой, блин. Поехали. Ой-о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 й
Блин, я походу заныкался. Тихо. Какое же жуткое палево. Ой-ой-ой. Жесть! Нет. Тихо. Ой-ой-ой. Одна секунда. Блин, смотрите, это так жестко. Сидим тут. Ай-яй. Ждем, короче. Надо самое главное, когда они на меня сбегаются, я использую эту курочку, их превращаю в животных и просто бегу, как есть мочи вообще. Так.
Ой-ой-ой-ой. Палево, палево, палево. Серьезно? О, нет. Живем, живем, ребята, живем, живем, живем. Буквально одну секунду. И... О, блин, затащили. Вот это я называю топчик. Лучший игрок снова я. Йоу. Вот это сегодня я просто тащу по-жесткому. Просто два раза подряд лучший игрок. Что-то в этот раз мне лайков не особо много поставили. Видимо, из-за того, что я часто воскрешался. Ну ладно, давайте покидаем игру. В общем-то, друзья, я еще раз решил поиграть в эту игру. Блин, жизни как много еще потратил. Потому что она очень вам понравилась, я подумал, почему бы не попробовать еще. Если вы подписчик, который сегодня со мной попали в серию, в каточки, пишите обязательно в комментарии об этом, будет очень интересно почитать. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. Oh, 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 oh